Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас очередная прокачка судьбы. Это у нас будет столица. Почему именно столица? Я вам скажу так, чисто из-за одного героя, ну и, наверное, из-за Валентины в основном. Ну и плюс Гаргул, ну и плюс Варлок. Это те герои, ради которых, ну, есть смысл качать. Это одна из первых локаций судьбы, которая у нас появилась. Сейчас мы некоторые герои подкачаем, некоторые у меня уже прокачаны. Прокачан у нас тут уже Бигги, потому что я его использовал на Архидемоне, которого надо по максимуму, и плюс снайпер прокачанный тоже. То есть у нас осталось 4 героя, поэтому у нас тут долго это все не будет. Но по поводу Бигфута, почему именно его? Потому что в первую очередь он офигенный герой в PvP локациях, в ВЕ локациях, использовать можно везде, на Архидемоне, Забытая, в общем, везде. В чем плюс? У него увеличивается заморозка, вместо там 0,8 секунд станет на 12 уже 1 секунда, то есть увеличение заморозки плюс урон. В принципе, плюс статы неплохо. Чем Валька? Не, давайте так, Бигги, поехали дальше. Варлок, давайте Варлока будем качать в следующем. Ну, Варлок, в принципе, вы знаете, PvP-герой. Битва гильдии, офигенный дамагер. И в чем плюс? У нас увеличивается как базовый, скажем так, урон от его умения. Плюс увеличивается... Ой, я с битвы гильдии героя не поменял. Сейчас меня там, наверное, попроходят. Плюс увеличивается количество целей. Если у него раньше было 3, то на этом уровне, на 12 у него уже будет, на 11 уже 4 цели появляются. Это, в принципе, очень круто. Так, дерево убираем, ставим. Его ставим. Так, ничего, ну, Беса поставим. Айку оставим, Ворожи оставим, вместо Ары поставим Урника, не Урника, а этого. Вот так вот, поехали фармить. Ужас просто, посмотрите, что делается. Эти фреи, конечно, это просто ужас. Посливали практически всех моих. Вот поэтому Варлок, в принципе, очень-очень интересный вариант для прокачки. В первую же очередь из-за того, что плюс одна цель. Ну, конечно же, после Бигфута, потому что Бигги, наверное, самый такой интересный с этой локации. Ну и Валька, если вы ее используете, там на 12-м скилле дает еще шанс крита, по-моему, сейчас я гляну точно. Когда буду качать. Ну, в общем, у нее дополнительный бонус появляется, что тоже очень и очень круто. Да, таким темпом, конечно, мы долго будем набивать. Сейчас поставим еще Минотавра вместо Бугимена. В принципе, там все равно на меня не нападает, хотя очень странно. Я вроде сегодня топовый по силе. Так, отлично.
смотрим на варлока, что у нас поменяется. А где-то мой варлок. Потерял я его. Жесть какая-то. Куча алтарей, куча разных героев, разброс. А, вот он. Так, 460%, 3 цели, понижение 85%. Берем, героям дает щит. Поехали, делаем 12-12. Так, отлично. Варлок готов. Что мы имеем? 500, 4 цели, 85, 52% отражалки. Вот так. Ну, по сути, улучшения очень-очень неплохие. По урону разница есть, уже показывал. Потом затестим уже на максималках, когда все докачаем. Так, ну что, поехали копить на следующего героя. Ну, Минотавр, как видите, здесь улетает в первую очередь. Такс. Окей. Следующий у нас Гаргул. В чем прелесть Гаргула? У него уменьшается кулдаун. Если сейчас у него там кулдаун, по-моему, 5-6 или где-то около того, у него сейчас будет кулдаун совпадать. То есть, фактически, когда он у вас будет заряжен, он будет всегда включаться. Плюс базовые статы, увеличение там, от хила, урона и прочего. Так, смотрим на Гаргула сразу. Так, он у нас был одним из первых. Здесь он 720. Кулдаун 7 секунд, 5 секунд. Действие 7 секунд. Поехали, смотрим, что у нас будет на 12-м. Правда, только надо докачать. Бедный Минотавр везде отхватывает. Можно, в принципе, его даже не резать.
Толку от него вообще никакого нет. Так, лучше кого-то другого поставить. Ну, поставим рогатку. Толку больше будет. Что мы долго фармим сегодня золото, это все. Так, суки. Тысячи уже неплохо. Смотрим Гаргул, уже 820% атаки, кулдаун 6 секунд стал и 5 секунд действия, то есть по сути уменьшение на 1 секунду довольно таки неплохо, плюс увеличение от хила. Все остальное в принципе осталось без изменений, единственное что у вас бонус судьбы еще добавился. Ну, в принципе, вот так вот. Но бонус судьбы немаловажен. Так, поехали дальше. Следующий у нас герой будет. Не знаю даже кто, сейчас определимся. В принципе, что определяться, они все будут качаться. Паладин будет у нас. Блин, быстро рогатку убивают. Что у паладина? У паладина добавляется там сейчас, по-моему, набор энергии, ну, фактически быстрый, то есть быстрый набор энергии у него будет уже. Сейчас вам это тоже покажу. Что у нас по паладину на сегодня? 95% урона понижает на 7 секунд, куда на никакого нет. Поехали. Быстренько фармим и посмотрим, что у него дальше будет. Там, по-моему, набор 15, потом набор 30 единиц энергии. В принципе, тоже немаловажно. Но паладина вы вряд ли где-то будете использовать, поэтому сливать на него ресурсы, если вы там у вас они накоплены, или вы не особо ярый донат, вообще смысла нет.
Жесть, просто Фрейя под смотрителем унизила моего Анубиса. Сразу в минус вогнала. Так, окей, поехали. Паладин. Дожился. Ни камней, ни героев. Так, есть. В принципе, все то же самое, как видите, восстанавливает 30 единиц энергии. Ну, не знаю, для него это, в принципе, как по мне, это беспонтово вообще. Это ничем его не спасет. Раз-то мне нравится. Здесь залетаешь, блин, а там все открыто для тебя. Так, ладно, не будем заморачиваться над этим всем. Минус 50 кулаков. Так. Ну чё, Валька, поехали. Ну, по сути, где-то сейчас 493 тысячи у нас уже будет силы. Почти, почти. Чуть-чуть не догнали. Так, что у нас у Вальки получается? Где там наша Валя? Блин, скоро придется гарнизон уже сливать, когда будем в топ выходить. 146 единиц энергии. Также крит сопротивления 18%. Вот так вот. И крит увеличивает на 10%. Шанс крита, если не ошибаюсь. Вот так вот. Ну, в принципе, очень офигенно получается. Если вы ее особенно используете, то однозначно ее стоит качать. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Ждите следующих выпусков. Всем удачи, всем пока.